Всем здравствуйте, дорогие наши подписчики. Как ваши дела, как ваше здоровье, как ваша погодка? У нас, как всегда, смотрите, льёт как с ведра. Вот мои два бандита идут. Гусечки, это красиво, у меня парочка. Пойду за другими. Что-то я наблюдаю, их давненько не видно. Ну чё, красивая пара. А гусечки, где все остальные? А таракашки мои любимые. Вот они двое, это парочка. Пойдемте за другими с вами сходим. Сегодня 20... Какое сегодня число? Сейчас вам скажу. 25-е. Сегодня 25-е. Я же запуталась этими днями. Сегодня 25 августа. А вот остальные идут потихонечку. Не спеша. Да, август месяц, как поздняя осень, очень холодно. Как говорится, температура не из высоких. Хотелось бы еще тепло, конечно. Ну что, домой? Так. 3, 6, 9, 12, 14. Все, все на месте, я их считаю. У меня их 15 штук здесь. Пошли! Домой! Для гусей кругом вода. Вода, вода, кругом вода. Давай! Видите, такой бассейн возле дома тоже есть. Ребята, смотрите, у нас кругом. Кругом везде лужи, смотрите. Нас просто заливает. Где-то заливает, а где-то от жары. Люди бедные не знают себя, куда девать, да? А у нас уже холодно, мы уже полностью одеваемся по-зимнему чуть ли не. Пошли! Пошли. Привет, Анжел. Ой, Анжел, Снежана, привет. Я говорю, Анжел. А, Кристина. Всех собрала. Пошли. Есть. Дома. Ну. Нет, не маленькие. Я их не буду мешать, они их будут обижать. Да и мне надо, чтобы они вес набрали, а осень их уберу. Не, даже брать вообще никогда не буду. Нафиг мне эти бройлеры нужны. Без бройлеров хватает. Мясо у них вообще невкусное. Вот как ни держи, как ни крути, хоть так же кормишь все по-домашнему, у них совсем другое мясо. Поэтому я бройлеров не беру уже несколько лет. И не брать дальше, в дальнейшем не буду. Вот так как-то. Вот мы идем домой, у нас идет дождь. Хотя по прогнозу сегодня нету дождя. Интересно, как они там прогнозы пишут? Хотелось бы знать, что дождя нету, а дождь идет. У моего мужа вообще вчера в телефоне весь день должно было быть солнце, плюс 20. А вчера весь день шел дождь. И пасмурно было. Вот вам и погодка. Гусечки-красоточки. Гусечки-красоточки мои. Да-да-да. Да-да-да, говорю. Слышите? Я говорю, гусечки-красоточки. Они говорят, да-да-да. Да-да-да. Гусечки-красоточки. Да-да-да. Вот такое вот у нас с ними общение. Мы так общаемся. Гусечки-красоточки? Да-да-да. 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 Ну вот мы и дома. Вот для них бассейн. Вот так мы и живем. У природы нет плохой погоды. Всем пока.
Да-да-да.